Подожди, я буду на желтой штуке. Окей, подъеду к тебе. Давай, 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 подъеду к тебе. Как хорошо сейчас будет. Меня там ждет один важный гость. Он меня где-то вот здесь ждет. Сейчас к нему подъеду. Говорить надо с ним. К нам приехал в гости Брэд Питт. Так, к нам приехал Брэд Питт. Поэтому я поехал туда, к нему. Очень тороплюсь, потому что он меня ждет уже. О, что-то занесло немножко. Все нормально, только покоцали бампер. А все остальное не почем. О, Брэд Питт. Здрасте. Здравствуйте. Ну так приезжай, приезжай, чё ты медлишь? Да короче, какой-то он умственно отсталый, не может подъехать машину. Может, я сначала вас подлечу? Да, можно немножко чё-то, как-то а то... голова болит. Ну, сейчас таблеточку выпейте. Всё нормально станет сейчас. Ноги чё-то тоже там ноют. Ну так ты, может, проезжать будешь или что? Да, забей. Так давайте проедем тогда ко мне домой. Что, как я раз? Ему машину попробую вывезти, если она вообще заведется. А что у вас там? А, понятненько. Ну попробую вывезти ему машину. Она вот, вообще, да... не, она вообще не ту. Не открывается, да? Да. Дичь какая-то с замками. Ой-ой-ой, что-то произошло. Дичь с замками, да? Не открывается, не открывается. Китайская, да? Вы купили на Китае ее? Да нет, не на Китае. Ну, за проедем. Ну, поехали тогда. Ну, давайте проедем. Как раз вам покажем наш дом. Прекрасный, милый дом. Вы вообще давно пролетели? Да, недавно. Понятненько. Хорошая у вас машина, сверкает. Ну, из России прыгнул. Из России? Да. Наверное, дорогая. Да, 2 миллиона евро стоит. Вот так вот. И чем занимаетесь? Какое кино снимаете? Да пока что ни в каком. Хотим новый фильм снимать. Понятно. А так жизнь пустяком идет. Ну, сейчас покажем вам дом, наши заработки, как мы зарабатываем. Вам же интересно, как мы зарабатываем, да? Ну да, хочу увидеть, как внешние люди зарабатывают. Видели, заправки по городу стоят? Угу. Угу. Вам что? Вы что, вам сейчас, что произошло?
Так, ну я понял, здесь без медицинской помощи не обойдется. Что случилось? Ничего не понимаю. Да, вы вылетели из машины. Через лобовое стекло. Я вас подлечил. Пойдем, садитесь. И пристегивайте ремень безопасности. Немножко не уследил. Ремень безопасности. Пристегните, пожалуйста. Пристегнули? Да. Как-то воздух хорошо повеял, я аж не усмотрел. Машинка хорошая, кабриолет. Тут камеры. Хотите, вам мастер-класс покажу? Давайте. О, какие дрифты. Все нормально. Она бронированная, специально для таких случаев. Все в порядке, не переживайте. Понял. Старик, ты будешь телиться или нет? Ух, а это что, Макларен? Пожалуйста. А можно ваше имя услышать? Помоги. Илюша. Ой, я подожду немножко. Так, ну что-то я закимарил немножко. Это что, Макларен? Это да. Сколько разгоняется? 400. На прямой. Понял. Но тоже машинка была резвой. Могла и 300 разогнаться, и больше. Ну стоит. Стоит 15 миллионов евро. О, я даже свою не знаю, мне ее как-то втюхали, я просто... Вон стоит, гелик вон стоит. Вон. О, вот эту машину я обожаю. Гелик? Да. Вы лучше охранников не толкайте наших, а то будет плохо. Понял, намек понял. Фонтаны у вас здесь, все такое элитное, да. Красивое. Здесь у нас мой кабинет, вот здесь. О, красотища. Здесь у нас переговорная. Вот здесь. Зал обсуждения. Да. Ну, там дальше у нас гостиная. Ух, какая у вас просторная гостиная и кухня. А здесь у нас обеденный стол и ужин. Ну, здесь мы кушаем, короче. Простой у вас домик. Вон там у нас есть свой личный бассейн. О, как шикарно. Даже вон есть телевизор на улице. Где? Вот бассейн, а там телевизор. Вон там дальше у нас конюшня. И для скачек. Но сейчас лошадей нету, мы их на мясо пустили. Потому что вам это все приносит? Вот это вот? Да. Ну, где-то около 60 миллионов евро. Где-то так. О, как несколько ваших машин, Макларен. Угу. Ну, тогда дальше смысла нет идти. Там уже... О, вот свиньи у вас. Свиньки у нас, да.
они дрессированные. Вон даже орел летает здесь у нас, местный. Понял. Ну лучше свинок не трогайте, а то загрызут нафиг. Хотя бы, конечно, лошади... Может, проедем на пикник? Не знаю, есть я не особо хочу, недавно поел. Ну давайте проедем на пикник, чего? Ну давайте, почему бы и нет? Только, пожалуйста, побыстрее. Надо успеть, пока не приехали. А то поступила информация, что приедут люди. Садитесь быстрее. Куда это вы так урвали мигом? Ну, просто меня предупредил и позвонил человек, то, что приедут люди. Поэтому... Понял. Поэтому легче сейчас быстро удрапать. Я так надеюсь. А можно вопрос, как вас зовут? Какой? Можно вопрос, как вас зовут? А, меня Дон Пекина, а вас? Дон Пекина? Угу. А меня Брэд... Притяните ремень безопасности, пожалуйста. Опять. Что с вами? Садитесь. Притяните ремень. Пристегни ремень безопасности. Да, уже все сделал. За нами какой-то вертолет. Ну не знаю. Не знаю, наверное, просто патрулируют. Да. Ничего такого. Да. Давайте улетим. Уедем так подальше. Подальше уедем. Я так понял, вы очень богатый и очень... Все нормально. А. Понятно. Ну, сейчас это дело поправимое. Сейчас мы вам сердце быстро поправим. Как увидите сейчас. Все. Садись быстрее. А что такое произошло? Я так и не понял. Пристегнутый я был, я не понял, что это было. Это небольшая встряска. А, понял. Мне кажется... Да, опасно с вами ездить, конечно. Надо если сейчас... Если вы, конечно, так себе. Надо сюда вот так вот припарковаться, вызвать механика, пускай починит машину. Я так понял, вертолетов больше никаких нету, я, пожалуй... Не, выйдите из машины, пожалуйста. Я уже вышел. А то сейчас механик что-то не починит на машинку. Он что там, колесо подбирает? Да, он чинит. Все, садись. Ты же Брэд Питт у нас, да? Да, я Брэд Питт. Присоедини ремень, пожалуйста, безопасности, Брэд. Мы же с вами знакомые люди уже, поэтому... Можете меня называть просто Питт. А, ну хорошо. Меня тогда просто Дон. Просто за мной как бы очень пристально следят после одного происшествия. Поэтому... Следят? Да. А кто именно следит? Не знаю, ФБРовцы, ОМОНовцы, я точно не знаю. О, так вы очень опасный человек. У нас просто был конфликт с ОМОНом. Ну, как ОМОНом? С полицейскими конфликт просто был. Все уехали в отпуск, а я один остался в городе, поэтому я не знаю, что делать. Ох, мы выехали куда-то на природу.
Ну, я думаю, нас уже ищут. Нас преследовал вертолет. У меня есть один дом, который мне, по сути, не нужен. Мы можем поехать в него. А, ну, давайте, там, если это поможет там укрыться. Там есть микробункер. О, я тоже знаю этот дом. Кажется, это наш общий дом, да? Я даже не знаю. Мы можем туда поехать, в принципе. Но здесь поблизости есть один дом? Один. В него тоже, в принципе, можно заселиться. Пару дней. Ну, я не знаю. Если дом будет для жительства нормальный. Ну, сейчас я привезу сначала в наш дом, а потом, если не понравится вам, то поедем в ваш дом. Хорошо? Да, да, ради бога. Тем более, это же не вам надо скрыться, а мне. О, так у вас еще сакура растет. Здесь, да. Очень красивое дерево. Выходим. Машину оглушить не буду. Какой... Ну, это как бы наш тоже особняк, но это мы используем как дача. Раньше я в таком жил. Была своя ферма. Так, не сюда. Здесь тоже есть мини-бункер. А, вон он. Пройдемте. Вот он. Это еще лаборатория наша по совместительству. О, что это вы такое здесь варите? Ну, это не надо. Самогон или что? Ну, типа того. Ладно, поедем тогда в ваш дом, если вам не нравится здесь. Нет, почему? В принципе, хорошая жизнь. Здесь нас навряд ли найдут. Ну, потому что она далеко от всего. А на горе мы около рядом. Им будет дольше добраться до сюда. А ваше предположение, куда можем? Мое, да у меня больше нету, в принципе, предположений, потому что дом находится рядом с городом, на горе. А. Они все дома там обычные. Ну да, стопудово. Яичница, супик. Тут есть второй этаж еще. Интересно. На втором этаже. На втором этаже это... тоже можно типа отстреливаться. Если понадобится, конечно. Но я надеюсь, что не понадобится. А у меня пушек нет. Ну, вот у меня вот такой вот ствол, как бы. Ой, не надо наведить на меня. Я боюсь. Я не навожу. Я не навожу, я просто показал. Но мне кажется, надо уходить из этого отсюда. Потому что если они знают про наш дом, значит и про дачу точно стопудово вспомнят. Понял. Вы тогда таким методом допускаете. Да, постойте там, я сейчас пригоню машину. Блин, стопудово знает про дачу. Ну, присаживайтесь. Только сигарету хотел взять, а вы уже подъехали. Пристегните ремень безопасности. Может быть, трясти. Уже пристегнули. О, здесь корова. Ферма, да, ваша? Да, наша. Куда можем поехать еще? Я даже не знаю. Надо проверить мой дом, что они сделали с моим домом. Есть старая квартира. Старая?
Ну как старую? Если она, конечно, открыта, то можем туда. Ну, давайте метку GPS поставьте. Ну, сейчас. Вертолет. Я вижу, чей это вертолет. Они, походу, нас ищут. Походу, они нас ищут. Вот это очень плохо. Нам придется угонять очень быстро. Стопудово. Он 200 едет. 230. Гелик? Да. Окей. По твоему GPS-у едем. Вот это квартира. Возможно, она открыта, возможно, закрыта. Давайте немножко проедем около вашего дома основного. А вы что здесь? У вас что здесь мама живет или кто? Да. А, в нашем городе проживает мама ваша, нифига себе. А мы не знали об этом. Поэтому везете на квартиру мамы, да? Хотите Родео? Дом. Хотите Родео? Ну вы слезаете, конечно, экстремально вы человек. Походу за нами опять следят вертолет. Вижу. Нас, по-моему, заметили. Да, я знаю. Надо быстрее ехать. Хорошо. А нет, они отлетели от нас. Мне кажется, они просто хотели приземлиться, но мы уехали от них. Сейчас мы немножко... Возможно, они летят за нами по следам дороги. Так что надо срезать. Окей. Срезаем, так срезаем. Ну не по горам же. Ну вы сами сказали срезать. Ну у вас же, конечно. Понятно. Возможно. Ну мы уедем в туннель, в котором они нас не найдут. Да, научились в школе. Проходили это как... Как уезжать быстро от полицейских? Ну, да не факт, что это нам поможет. Потому что за нами стопудово следят по GPS-трекеру. Походу. Но я точно не знаю. А сменить тачку мы не можем. За нами, потому что вертолет следит. Сейчас, да. Угу. Машина не вовремя. Угу. Надо быстро ее починить. Называйте ее ремонтника. Она горит уже. Горит машина? Да. Ну, он сейчас быстро починит. Все, садитесь быстрее. Сейчас он починит. Возможно, за нами уже выдвигаются полицейские. Наверное. Чини быстрее. Все, садитесь.
Да не сюда же. Давай, поехал. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Гони. Гони, как никогда не угонял. А теперь надо пересесть. Заворачивай. А что ты сделал с машиной? Мы ее не починили. Меняй машину. Меняй машину. Останавливаемся. У меня человек погиб. Дайте его починить. У меня погиб. Что вы с ним сделали? Зачем вы по нему стреляли? Зачем вы деретесь? Я не дерался. Вам показалось. Зачем вы уезжали? Какой бежали? Я вывозил Брэд Питта на отдых. Почему вы нарушали правила ПДД? Ну, мы никто не нарушал. Множество статей ПДД. Никто ничего не нарушал. Молодые люди, что здесь происходит? Я не знаю. Меня молодой человек просто отвозил на отдых. Вы нарушили множество статей, не приближайтесь к автомобилю. А лучше просто руки на капот. Что с человеком? Человека сбивают, вы не можете ничего сделать с ним? Пусть он идет с дороги. Никита, отгоните, пожалуйста, свой автомобиль. Я так понимаю, вы полицейские под прикрытием. О, здорово, брат. Ну, правильно понимаете. Какой брат? Че? Пригажу, конечно. Че, не видишь, что теперь стоит гос стоит? Не первый раз прощаю. Что у нас с твоей машиной? Ну как бы вот этих людей спроси. Что случилось? Почему вы нарушили множество статей ПДД? В машину не залезать, из машины. Да что? Подожди, стой, я заглушить машину хочу. Давайте, может быть, механика пропустим. Да, сейчас, подожди, я отъеду. Извини, босс, но в другой раз сам будешь отчитываться с ними. А я лучше свалю. И за мной погоня, стопудово, стопроцентная погоня. Извини, босс, отчитывайся сам, пожалуйста. Ну, по прямой я от него точно уйду. Надо срочно
уезжать. Где у нас есть парикмахерская? Вон магазин одежды есть по пути. Заеду в него. Да ё-моё! Что это за день сегодня такой? А если меня будет обыскивать, это вообще будет криндец. Надо идти к боссу. Где же он сейчас? Я думаю, что босс будет злиться. Но это не факт. Так, мне босс звонит. Так. Алло, да. А, ну сейчас буду. Сейчас прибудем. Хотя я ничего не нарушал. Хотя... Ну, нарушил несколько правил дорожного движения, ну и что? Ни в чем прикол. Куда уехал? За тебя чуть не убили. А что они сказали? Вылази. Что они сказали? Вылази, пойдем. Да какой пойдем? Ты можешь объяснить? Там все увидишь. Подожди, стой! Иди сюда.
Слушай, меня не отпустили на одну минуту, и я не знаю, что. А что мне делать? У меня оружие. Что мне делать? Да ничего, осматривать не буду, не переживай. Ну давай пойдем. Я просто спешу к дочке, а что такого? Какие люди. Ну, здравствуй. 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 Извиняюсь, зачем вы уехали? Я спешил к дочке. А почему вы не могли об этом сказать? Мы бы вас сопроводили. Потому что она потеряла сознание, а дома никого не было. Мне позвонила соседка и сказала, что типа нашли ее. Вы бы могли сказать нас, и мы бы доехали быстро, и вы бы не нарушили никаких правил. Так я пытался быстрее доехать. Мы не смогли бы быстрее доехать, чем почему, я. Почему вы не сказали об этом нам? Роман, давайте об этом не в холле. Да, конечно. Куда мы идем? Пройдите сюда, пожалуйста. Ну, развяжите меня, я не буду сопротивляться. Я уже к вам сам пришел. Также можете уйти. Покиньте данное помещение, человек в белом. В белом он... В белом это босс. Пусть придет с нами. Он информатор, так скажем. Можете меня развязать, я никуда не убегу. Информатор. Один раз вы уже пытались уйти. Я не пытался уйти. Да, конечно. Что, после конечно? После слов, то, что вы перепаркуете машину, вы уехали. Я спешил к дочке. Я тебе объясню. А вот, камеру. Уже не соответствует. А при чем тут Брэд Питт? Какой у вас костюмчик классный. Пройдите, пожалуйста, в камеру. Ладно. Допросу. Александр. Ну, может, развяжешь хотя бы, а? Ты же сам видел, у тебя там ОМОНовец. Присядьте, пожалуйста. Ну, развяжи. Я не убегу. Я тебя клянусь, я не убегу. Я старый, зачем мне убегать? Слушайте, может быть, мы закроем этот фонтан? Или давайте его сюда. Мат. Газ. Граната. Что вообще происходит здесь? А также при вас найдено нелегальное оружие. Нелегально? Почему? Я его зарегистрировал. Я могу бумажку показать. Граната. Сцепляющий. Граната это для самов. Вернитесь. Да. Слушай, мне нужно кое-что сказать. Я не буду с вами разговаривать, я буду разговаривать только с шефом. С вами бесполезно разговаривать. Конечно. Лучше присяду. Слушайте, может быть, мы как-то договоримся? Давайте чуть поближе встанем. Поримся. Взятки или что? Нет, вы о чем? Я вполне имею в виду договоримся насчет моего друга. У него есть зарегистрирование оружия. Я это точно знаю. Когда мы ездили на охоту, он зарегистрировал. Есть оружие такое, которое нельзя зарегистрировать, оно находится какое? Только у офицеров. Какое? Допустим. А офицер, какое было найдено у него оружие, точно можете сказать, пожалуйста? Вот это. Ого! Это оружие на патрона. Также было найдено 25 гранат и 25 газа БЗ. Понял. Довольно-таки нехилый арсенал. Да. Оружие, которое использует патроны с 7-м калибром, не может быть зарегистрировано. Также данное оружие используется только полицейскими. И штурмовыми группами. Слушайте, ну я вам могу точно сказать, какое оружие мы с ним вместе регистрировали. Мы с ним регистрировали вот этот пистолет. Извините, что достаю, но я точно знаю то, что мы его вместе регистрировали. Слушайте, а вот это какой калибр, не подскажете?
Хорошо. Пройдемся, может быть, туда у нас там. Человек скучает. Пойдемся. Человек, или... который находится в допросной и желает общаться только с вами. Ну, все. Хорошо. Мне пройти или что? Может быть, давайте я к нему приду? Может быть, он туда будет что-то говорить? В ту камеру. Что ты натворил? Что я натворил? Зачем ты уезжал? Я тебе сказал, что я уезжал к дочке. Что ты врешь? Кому ты рассказываешь? Я тебе отвечаю. Я не вру тебе. Не ври. Где ты уехал? Я уезжал к дочке. Не ври. Я не вру. У тебя нет дочки. Есть. У тебя нет дочки. Допустим, покажи ее мне. Фотку. Фотку в жизни покажи. На, держи. Вот. Я ничего не вижу. Достал из пиджака фотографию дочки и передал человеку напротив. Теперь ты веришь мне? Ну, может быть, это какая-то просто левая девочка. А, ну да. Мне не делать нечего, чтобы фотографировать левых девочек. Ну, кто тебя знает старого? Вдруг ты что-то там захочешь. Ну, слушай, давай сейчас просто расскажем им все и просто спокойненько поедем. Слушай, давай просто не будем забывать, что на нас висит дело, точнее, не на нас, а вообще на нашем доме висит дело убийства двух человек. И причем очень. Роман, разберитесь. Можно поговорить? Согласен? Да, давай. Я вообще левый человек. Давай. Давай, где ваш? Где ваш главный? Где главный? Кого хотел вам запросить? Что вы меня обыскать можете? Слушайте, офицер, вас же Никита зовут, да? Я правильно понимаю? Мы с вами знакомы. Слушайте, ну... Возможно. От чего? Что вам от нас нужно? Если хотите допрашивать, допрашивайте, без проблем. Только давайте сделаем это в темпе. Я же вам уже говорил, что... Я хочу узнать истинную причину, которую, от которого... по которой вы уходили от нас. Так, сейчас достану перчатки. Я справа кармана стану. Подождите, пойдемте. Да, пойдемте. А то там слишком громкие люди. Горло разговаривают. Ну, объясните, что я просто не услышал. Можете еще рассказать, пожалуйста? Я не услышал, просто там люди кричали. Истинная причина, по которой вы уезжали от нас. Я только подъехал. Я приехал только с аэропорта. Я вон к данному человеку в бежевом пиджаке. Тогда отвечай, чем учишь. Я уезжал к дочке. Также нарушая множество... Ну, я спешил к ней. ПДД. Я готов, типа, также поплатиться за это. От полиции. Я готов за это поплатиться, но я уезжал к дочке. Уважительная причина есть к этому. Вот, возьмите фотографию, если вы не верите мне. Вот. Фотография мне не нужна. Мне нужна. Также, если вы говорите, то что соседка увидела, то, что она без сознания, она также могла вызвать скорую. Она вызвала. Так что почему? Вы были не обязательны там тогда. По какой причине вы уезжали? Я уехал, потому что я есть медик. Я оказываю первую помощь ей. Пока ей скорая едет. 3 часа. Если вы медик, а также вы должны быть при исполнении в офисе в карете медицинской. Вот, возьми то, что... Нет, вот. Это неправильно. Нет, вы неправильно говорите. Нет. Если заходит о первой помощи, то без разницы, как в трусах. Первая помощь, то обязан... Что вы обязаны? Первую помощь обязан... Я не читаю, я записываю все ваши слова. Хорошо. Также первую помощь обязан исполнить тот, кто находится рядом. Кто рядом находился? Как ты вообще узнал? Не могу знать. Мне позвонила соседка. А почему она не могла... Потому что она без образования медиков.
Она даже не знает, где сердце находится. Каждого в школе учат этому, так что можете не врать. Так же. Тебя учили оказывать первую помощь? Конечно. А ее нет? Меня тоже учили. Она из села вообще приехала. В любой школе этому обучают. Под это выделено. Слушайте, я просто приезжал к детям, которые учатся в деревне. У них там такое ужасное образование, что вы не представляете. Там им далеко не дают первой помощи. Я бы самому первую помощь хотел. Слушай, истинная причина, от которой вы от нас уезжали. Вы уезжали не одну минуту. Слушай, ну хорошо врать уже. Расскажи и поедем. Я тебе говорил, что на сегодня встреча очень важна. Так. И? Что? Я объяснил уже эту причину. А почему ваш друг говорит, что вы врете? Я не вру. Слушайте, ну он старый, вы не понимаете, у него уже маразм, он не соображает, что говорит. А ну если так, то тогда скажите, где живет ваша сестра? Удачи. Моя сестра живет на гостинице. Стоп. Почему ваша сестра? Я и говорю, ну, ребята. Изначально я говорил, что это ваша дочь. Ребята, вы сами понимаете. Ну, вот вы и пойманы были. Видите, у него даже вон шиллингер. В своем же в рынке. Ну, вон туфли грязные. Понимаешь, у меня уже память, как у рыбки. Я старый. Ты можешь посмотреть на меня? Я уже старый. У меня память, как у рыбки. Я запоминаю только ту информацию, которую мне в уши говорят. Слышь, ты седая рыбка. Если ты сейчас не скажешь правду, я тебя вышвырну просто. Вы так легко забыли свою дочь? Я тебе объясню. Старый, старый, сколько ты проблем соберешь? Роман, не могли бы вы его обыскать, также взять его телефон и посмотреть, кто последний ему звонил? Да, конечно. Не знаю, вроде я. Сейчас даже посмотрю. А... Если он говорит то, что ему позвонила соседка, то должен последний последний звонок должен быть от соседки. Слушайте, Роман, можно вас на секундочку, пожалуйста? Да. Я с вами больше не хочу разговаривать, я буду все разговаривать только с боссом. Ну что у нас? Телефон остается. F1. Спасибо. Так, я не буду с ним разговаривать, я буду разговаривать только с вами. Встаньте, пожалуйста, к стенке. Вот, возьми телефон. Даже можешь не обыскивать. Вот, возьми мой телефон. Возьми, вот. Хорошо, сейчас я посмотрю в телефон человека напротив. Предпоследний звонил соседка. А самым последним звонил мне босс. Чтобы я приехал сюда. Крестики, нолики будешь играть, нет? Все хорошо, я увидел. Вот возьми телефон обратно. Спасибо. Предпоследний звонок у него от соседки. А последний от кого? От тебя. Последний от вас. Ты старым, ты даешь, конечно. Ну тогда вашим уже не со стыковочкой идет какая-либо. То, что изначально вы говорите, то, что у вас дочь, теперь это сестра. Ну ты видишь, что я маразматик. Как вы это объясните? Ты сам на меня посмотри. Я старый. Слушайте, ребята, ну, человек. У меня старый к вам уже такой вопрос. Вы так легко забыли свою дочь? Я запоминаю информацию, ту, которую вдувают мне в уши, и все. Офицер умирает. Офицер умирает, черт подери. Слушайте. Так, вы там медик, по-моему. Блин, я предупреждал, ну, давайте. Что у меня с едой проблемы. Давайте я окажу вам первую ему помощь, и вы от нас останетесь. Штаны снимайте. Хорошо? Ну, посмотрим. Вставайте. Бургеры даем. Достал. Дефибрилляторы. Это, я думаю, тоже с ним полежу. И сделал массаж сердца. А я споткнулся. Что это? Галлюцинация, скорее всего. Оказывайте ему первую помощь. Никита, мы можем отойти? Конечно. Да, можем. Давай сюда пройдем. Слушай, старый, ты чё творишь, старый? Ну, я починил ихнего. Починил человека? Да. Сейчас я приду. Я снова строю. Штани, рупец. Доброе утро. Ну, вот. Человек, так, он... Стоп. Да у нас там человек чуть не умер, его просто воскресили. А, выйдите, пожалуйста. Ладно, хорошо.
Это вот вам благодарность. Отойдите на пару шагов. Я вам жизнь спас. Дочь, потом она оказывается сестрой. Потом она оказывается то, что живет вообще в каком-то отеле. К нему с более вескими доказательствами. Как минимум его можно уже посадить на какое-то время за вранье и за то, что он уезжал, сопротивление арест, сопротивление сотрудников, его можно посадить на несколько дней в КПЗ. Это да, может договоришься с ним, пожалуйста. Сейчас, секунду. Не стоит, лучше пусть посидит. Слушайте, ребята, может быть, как-то договоримся с вами? Стойте, ну подождите, как давайте просто переговорим. Вот, что вы хотите от него? Вот это от личности, это очень старый человек, ему 73 года. Отпустите его, у него... Ну за что? То, что он старый человек? Вы имеете право держать. Да, есть. Хранить молчание, все, что вы можете, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на один телефонный звонок, также вы имеете право на адвоката, если у вас нет денег на адвоката, адвокат будет вам выдан государством. У меня есть деньги на адвоката. Я вызываю адвоката своего. Мне ваши. Ясны ваши права. Да ясны, ясны. То, что у него ДЦП. Ну развязывай, чё? У него ДЦП. Ой. Куда я убегу от камеры? Ну же старый человек, не понимаете. Я понял. Что у вас тут? Крышинка? Я сейчас подберу. Ты ща говнякаешься. Я им помогаю, а меня садят. Я им оказал первую помощь, и меня посадили. За что? Не понимаю. А можно старого освободить? Ну не видим, он нельзя. Плачет. Почему? А насколько? Когда? Слушайте, ребят, ну... Через пару дней после... Слушайте, ребят, все-таки ну... после того, как завершится полностью это дело, и будет там... Давайте как-нибудь договоримся. Ну, понимаете, что мне без этого человека... Слушайте, давайте... Вы сейчас снимаете с него вот эти вот прекрасные наручники. Он не в наручниках. А, да? Ну, тогда вы его просто отпускаете, я еду на важную встречу, он просто там мне по горло нужен. Ну, вы потом можете я верну его вам. Встречу без него. Нет, так нельзя. Мне нужен именно он. Можно? Ну, потому он не должен был уезжать. Ребята. Слушайте, извините его, пожалуйста. Старый, молчи, я сейчас договорю. Мы не можем это данного сделать. Поэтому просто покиньте полицейский участок. Слушайте, ну я тоже так не могу, вы войдите в положение. Я этой встречи ждал 15 лет. Пойдемте за мной. Ну, пожалуйста, ну выпустите. Пожалуйста, хорошо? Хорошо. Никита, пройдем. Конечно, Александр, последите за ними. За ним. Ярослав. Гражданин Янкис. Mm-hmm.
Эй, охранник. 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 Иди сюда. Там. Ну иди подойди там. Сюда, давай, давай поговорим с тобой. Охранник, ну, ну ближе подойди. У тебя что, впадло или что? Сядьте. Какой сядьте? Это моя камера. Хочу стою, хочу, хочу лежу. Ты можешь выпустить меня? Не положено. Ну, давай договоримся с тобой. Выписку о невыезде. Так выписку не о невыезде. Выпишите мне и все. До суда хотя бы. Когда я не буду. Прием, угон автомобиля на Альта Стрит. Вы такие гении просто. Такие гении. Я заслуженный медик. У меня 5 наград. Понимаешь? Тебя вообще не смущает, да? Припустить глаза на то, что мой старый поднял вашего друга. Понимаете, что этот человек, он еще помнит, как работать. Слушайте, у кого-нибудь есть еда? Просто таблетку надо выпить. Старычок. Ничего. Я его друга подняла, а меня за решетку. Заслуженного медика. С 5 наградами. Понимаю. Сейчас, подожди. Слушайте, ну вот посмотрите на этого человека. Вы видите, что ему было очень плохо. А мой, как говорится, знакомый его из того света достал. Сейчас бы вот это. Вы были задержаны за попытку дачи взятки офицеру полиции. Взятки, ну ты. Ну ладно. Ладно, все равно там жена, дети дом. Лучше тут посижу, чем жена. Можно мне на кроватку? Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вам может быть предоставлен адвокат, если вы не имеете средств на него. Также все, что вы скажете, и. Также все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Слушайте, а можно? Стойте. Да, мне снова можете меня развязать, я до как позвоню. Сами только что сказали, что у меня есть право на один телефон звонок. Так, слушайте, а как мне телефон тут осваивать? А вот. Алло, адвокат? Приезжай, тут нужна твоя помощь. Ну тут. Алло, ну, алло тут да. Такое дело, что вообще капец. Какое дело? Какое? Говори. Что за дело? Ну, меня тут посадили. Да. Меня так тоже. И что делать? Ну, сейчас я разберусь. Добрый вечер. Добрый вечер, диспетчер. Я отучился на адвоката, точнее, у меня есть юридическое образование. Что мне делать, чтобы защитить данного гражданина? Куда? Давайте тогда проедем в суд. У меня есть юридическое образование. Вы гениальные сами люди! Сказали, вы сами сказали, что у меня есть право на один телефон. Я сам адвокат. Я сам себе позвонил, вы слышали. Покажите. Что ты там бормочешь, а? Ничего не слышишь, подойди ближе и скажи сразу здесь. Слушайте, Роман. Что вы делаете? Можно вопрос? Давайте тогда в суд проедем. Слушайте, стойте. Мне нужно сейчас срочно поесть. Ну, уезжайте тогда сами, я вас больше лечить не буду. Если вам что-то понадобится от первой помощи. Не, все. Да, туалет у вас, конечно, не очень свежий. Можно было бы и освежить.
у вас. Идите, оформляйте там документы. Чего вы здесь документы оформляете? Можно еду, еду. Там, не знаю, бургер, что-нибудь можно, пожалуйста. Я сейчас. Охранник, просто... иди сюда. О, хлебушек, вот эта тема. Если вы не прекратите буянить, вы будете посажены на более долгий срок. Слушайте, можно себе? Так я не буяню. Это моя камера, я боксирую. Старый, закрой. Мне можно. Что вам нужно? Ты даже спасибо не можешь сказать, да, человеку, который тебя поднял с того света, да? Слушайте, я уже говорил. Ты не говорил. Ты сказал, отойдите на 5 метров. Слушайте, подождите, давайте туда проедем в суд. Не положено приближаться к офицеру полиции. Ну ты сказал, отойдите на 5 метров, и ты не сказал даже спасибо человеку, который тебя поднял с того света. Спасибо. Ну спасибо, доволен? Я тоже спасибо сказал. Слушайте, ну я не знаю. Блин, мы РП отыгрываем или нет, я не знаю. Ребята, я, блин. Что такое РП? Что такое РП вот именно? Александр. Давай это то, что я сейчас делаю. Вот я что сейчас делаю. Я отыгрываю РП. Что такое отыгрывать РП? Давайте проедем в суд. Да, я не понимаю. Вы сказали, у меня теперь на один телефон звонок и на вызов адвоката. Я вызвал адвоката. То есть это я. Почему? Вот ну, прочитайте мне. Вызвали адвоката, хорошо. Прочитайте просто мне правила, где написано то, что... Вам все равно, что у вас банк ограбляют вам, да? Вам пофигу, да? Вот именно нами решили занять, когда у вас там в городе происходит какая-то жопа. Стара, а ты откуда знаешь, что у них что-то да, ограбляют? Я? Мне приходит на... Опять маразматик. Нет. Вон, Александр говорит, что ему что-то там приходит, и он уже им говорит. Уже пришел угон машины, я уже сказал то, что совершен угон машины. Это, ну и насрать. Там улица, я уже... Я разберусь. Слушайте, давайте для правды проедем в суд. Я думаю, то, что вы не хотите тратить свое время на нас, а мы не хотим тратить свое время на вас. Я уже и так задержался на... Мы с тобой задержались на 3 часа. Угон автомобиля между бульваром Веспуччи и поле. Ну так что ты не поднимаешь свою вертушку, а? Как за нами ехать, сразу вертушку, да? Слушай, старый, закрой свой рот, а то тебя еще посадят. А еще хуже на бутылку. Просто молча стой. Просто подождем, пока они все приедут. Кто? Кто? Кто приедет? Кто приедет? Шеф полиции. А кто приедет? А шеф полиции. Где он? Слушайте, Никита, подождите. Да, старый, ну ты начудил. Старый, ну ты... Слушайте, давайте, правда, проедем в суд. Почему мы не можем проехать в суд? А потому что им лень. Старый, рот закрой. Я вам вообще инвалид. Вы чё, гоните? Теперь вы инвалид. Так же заложен. Старый, ты сейчас станешь двойным инвалидом, когда я тебе лицо прострелю. Ты можешь заткнуться? А это у нас такая игра. Прострели лицо. Это называется карта. Мы так их называем. Слушайте, нет. Давайте, правда, пройдем в суд. Это просто старый маразматик, который не понимает просто, что говорит. Вы сами видели. А то у него дочка с сестрой стала, то она в какой-то гостинице живет. Я думаю, вы видите то, что этот человек находится в, может быть, опьяненном состоянии, или он правда. Это еще та темная вечность. Да, давайте проедем. Проедем уже куда-нибудь. Да, в суд. Слушайте, вы можете проехали отвезти, в суд, да? отвезти нас на сделку? Не на сделку, а на очень на деловую. Нет, какую сделку? Это была так. Оговорка. На очень деловую встречу, которую я ждал очень долго с директором. Запишем. Записывай. Не думаю. Старый, какие варианты? Какие? Я не знаю, кто. Старый. А, чё? Говорю, какие варианты? Ты не знаешь, что делать. У тебя толчок нормальный? Да, нормальный. Я не очень.
Я вообще он в стенке какой-то застрял. Будьте шампанское. Гениально. Слушайте, вы будете шампанское или нет? Ай. Это галлюцинация. Старый, старый, что делать? Давай спешим. Как? Я не знаю. Получится. Ну посмотрим. Что это у нас за молодой человек? Какой? А? Ой. Я бы уже давно сбежал. Че вы там шепчетесь? О, новенький. Угу. Новенький. Никита, пройдемте. Старый. Куда ты бежишь, старый? Ну ё... У нас койка с тобой... Почему нельзя в одну камеру? Объясни мне, пожалуйста. Офицер. Верните свою камеру. Ну тут же две койки! Верните свою камеру. Старый, окей. Иди отсюда. Старый, ну ты, конечно, блин, тормоз. Идем, зачем две койки на одного человека? Раз, два, три. Ну так займитесь. Беги, старый, беги! Старый, беги! Старый! Ебать! Сваливаем из города! Сваливаем из города! Насрать! Сваливай из города! В аэропорт! Быстрей! Сваливай в аэропорт! Постегнись, старый! Я постегнулся! Давай, сваливай! Аэропорт, аэропорт! Поставил! Сваливай! Гений, не врезайся, пожалуйста, ни во что. Я тебя умоляю. Слушай, я сейчас просто включу все в себя навыки, которые были во мне. Они вертушку подняли, за нами едут, все, за нами едут. О, там у нас уже на все там прикол висит один. Слушай, тебе какой гроб заказывать? Я не знаю, я не знаю. Насрать, просто покупаем билеты и уезжаем. Все, покупаем билеты и все, и сваливаем. Едем, это будет, конечно, шикарно. Если бы у нас сейчас двигатель не заклинил. Все, ну стать, я убегаю. Мне пофигу. Пока. Быстрее, 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 бежим, 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 бежим. Боже, это пробег, побег просто гениальный. Все, сваливай. Просто сваливай как можешь поскорее. Я улечу через другой аэропорт. У меня есть еще один самолет. Хорошо, что я его успел прикупить, пока нас не повязали. Все. Просто уезжаю. Просто уезжаю из города. Все, насрать. Насрать на босса. На всех просто насрать. Я просто уезжаю из города, все. Наконец-то. Просто уезжаю. Нас в городе не должно быть в этом году или месяце. Мне насрать будет на всех. Просто уезжаем. Уезжаем. Уезжай. Так, что надо ехать до аэропорта, где у нас
ближайший аэропорт. Самый ближайший аэропорт. Где у нас ближайший аэропорт? Самый ближайший аэропорт это... Это вот это все. За мной выехали. Мне жопа. Включаю турбо. Турбо, просто турбо. Все. Сваливаем. Просто турбо включил. Что? Время полвторого ночи. Бегом спать. Хорошо. И окно закрыть. Да закрою. Бегом. А, ну да. Старый. Старый. Что? Старый, ты как? Сваливаем, у меня тут самолет. У меня тут самолет, есть, сваливаем отсюда. Давай сваливаем. И смейте самолет! Вот туда в ангар заезжай, в ангар и все. Все, уезжаем. Все, он пролетел. Все. Где?